Доброе утро! Можно лучше? Доброе утро! Доброе! Так как начинается самый красивый, самый интересный и единственный конкурс на нашем фестивале, а это конкурс название «Мини-мисс», «Мисс» и «Мистер» фестиваля «Приморска 2017» в первой части фестиваля. Вначале хочу представить членов жюри. Это по одному художественному руководителю с каждого государства. Они будут судить профессионально, беспристрастно, будут оценивать всех кандидатов, кроме участников своего государства, как на Евровидении. Разрешите мне представить членов жюри, которые будут оценивать наших кандидатов. За Беларусь Елена Мещинская. За Казахстан Татьяна Никасева. За Литву Виталия Вейнены. За Россию Дмитрий Доронин. За Чехию Камил Боруша. За Болгария Ива Зернова. Председатель на жюри и президент на фестивал Приморску господин Иван Тодоров. Едно. Александра Циркунова, 4 години. Беларусь, глупана студия Левари. Аплодируем, а жюри оценивает.
Громову 11 лет, Мурманск, Россия. Казахстан.
Сакенова, Артижан, 10 лет, ансамбль Арнау, Казахстан. Пожалуйста, вопросы жюри. Скажи, пожалуйста, вот я как бы ближе, наверное, к вокалу. Вот для того, чтобы хорошо петь, вокалом надо заниматься как минимум час в день. А вот чтобы так вот здорово танцевать, как, сколько надо часов в день заниматься? Я так думаю, 2 часа. Сколько ты занимаешься? Ну, где-то 1.5 часа. Вот. Встречаем Асию Кузабекову, Арнау, Казахстан. Thank you.
имам възможност да бъдете с костюма. И какви други костюми ще позволяваш от ден този? Това е най-типичната. So typical for Prague or like around Prague. So it's not typical for all of Czech, but only for Prague and around. Like the film called "Referen do Bultana Prague." Referen. Any other questions, jury? Пожалуйста, жюри, напоминаю, активнее. Будет подарок. Еще раз здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какой самый вот праздник Чехии, национальный праздник? Как он называется? Чехия очень много праздников, но самый типичный, самый такой запоминающийся, связан с очень многими фольклорными выступлениями, это перед Пасхой, перед пасхальными праздниками проводят очень большие торжества. Пожалуйста, еще. Добрый день. Большая молодец, очень понравилось. Скажи, пожалуйста, в Чехии много снега выпадает? Yeah, we have, but not a lot. Yes, но немного. А если хотите на санках покататься, милости просим в Россию, на Кольский полуостров, там очень прекрасные курорты зимние. Катайтесь, получите массу удовольствия и впечатлений. Большое спасибо. Давайте проводим аплодисментами кандидатку по номеру 5. И сразу же встречаем нашу участницу под номером 6. Недавно Литва 15 лет. Yeah.
Йордания. Йордана, 15 лет, Литва. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в Беларуси и в России Рождество и Новый год немного эмоциональные, блюдом уже является салат любви. А какое эмоциональное блюдо вы готовите на Рождество? Ну, Рождество уже отмечается, так знаю. Она говорит, что бывает всегда изделие, бывает у нас где-то вера. Под номером 7, кандидатка под номером 7, Чистова Надя, вокальная студия «Лемари», Беларусь. Танцует в коллективе «Куполе».
внимание, мечтает стать доктором. Итак, встречаем наших друзей и кандидатов из Литвы. Скажите, пожалуйста, вы в будущем хотите стать доктором, правильно? А у вас родители врачи? Вот у нас в Беларуси, если доктор, кто-то конечно, да, то это кто-то из родителей, преемственность, поколение идет. А как у вас? Дядя. Дядя. Преемственность. У нас еще в быту старые добрые времена очень нравилось, как у вас выступал Вильнюсский Жагерис и Арвидас Сабонис. Это мы знаем, а вот что тебе больше нравится? Отлично. Встречаем Десислава и Денислав, братья Болгария. Thank you.
Hello. You said you really like the football. You can tell me if you prefer the football or dance? Футбол это мое, скажем так, хобби. Это то, чем я буду заниматься в свободное время, там, с друзьями. Танцы же это больше как часть моей жизни. Я в будущем хочу стать хореографом-постановщиком, где танцы это, скажем так, то направление, в котором я себя вижу в будущем. Спасибо. Okay, thank you. Аплодисменты из участников номер 3. Большое спасибо вам. Вы все участвовали активно, поэтому мы решили сделать подарки всем. Аплодисменты нашей жюри. Памятные подарки от нашего конкурса. Thank you.
20 лет. Те, кто много раз был у нас на фестивале, знают. Впервые за 15 лет звание мисс фестиваля Приморска вручается участнице из болгарского ансамбля. Приморска, Арна Спрашкавич и Кукуля Литва. Thank you.